Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Девочки, я тут вся растрепанная, раз такая, но вы понимаете, сейчас всякие посадки, садово-огородные работы, еще школа заканчивают, дети, всякие контрольные итоговые работы. Плюс еще мы там организовали фотографирование, чтобы, ну, сделать там, знаете, вот эту стандартную общую фотографию, фотографии такие, сякие, в общем, вы понимаете, да? Вот, поэтому я немножечко пропадаю чуть-чуть, надеюсь, что, в общем, хочу, чтобы поскорее закончили мою школу, уже не могу, сил нет, честное слово, хочу отдыхать. Хочу ничего не делать, просто сесть вот так вот, на шезлонг шляпу надеть какую-нибудь красивую и читать книжечку. Вот что я хочу. Но пока нет. Так, хочу вам показать, специально принесла сюда гели для стирки. Вы знаете, что я заказываю всякие разные. Хочу вам похвалить один гель для стирки, который мне очень понравился. Вообще, эту марку, средства от этой марки хвалят различные. В общем, я решила начать с геля для стирки. Я хочу сказать, что мне понравилось очень, и поэтому я хочу поделиться с вами своими вообще впечатлениями от этого средства. Вот такая 5-литровая канистра, естественно. Я заказываю 5-литровыми канистрами, потому что это выгодно. И мне хватает, у меня трое мужчин, поэтому я стираю очень часто, девочки. Вот такой вот Easy Clean, 5 литров, универсальный, но я могу сказать, что он подходит для темного белья. Он не вымывает, не выстирывает темное белье, а даже в какой-то степени восстанавливает. Вот у меня школьная форма у детей темно-синяя, брюки и вот эти вот такие футболочки поло у них. Отлично справляется с задачами, выводит отлично пятна. Вот они у меня приходят со школы, я сразу же стираю им эту школьную форму, потому что всегда какие-то в чем-то они то рисуют, то еще что-нибудь делают, особенно в первом классе, сынок. В общем, девочки, мне очень понравилось. И я хочу еще отметить здесь, это аромат. Он такой приятный, девочки, пахнет цветочками. Мне кажется, у меня даже в саду есть такие цветы. Но я не могу вспомнить, какие. Вот прям реально такой нежный, очень приятный аромат. Прям, и он не химозный, знаете. То есть он вот прям такой немножко... Я не знаю, что это за цветочки, но честно вам признаюсь, очень приятный аромат. И этот приятный аромат, он какое-то время еще держится на одежде. И когда вы развешиваете белье, я сейчас, так как у нас тут и дожди были, не на улице развешиваю белье, а все-таки пока что дома... И прям вот такой, знаете, прям аромат аж стоит. Очень классно. Он густой. Очень густой, концентрированный. Его нужно немножко. То есть меньше. Вот я им пользуюсь уже, я не знаю, недели три, наверное. То есть нужно его меньше, чем вот обычные средства вы льете. На самом деле меньше нужно. Он хорошо отстирывает. Для всех видов тканей светлое, белое, то же самое. Он не портит, не становится серым, а даже как немножечко вот восстанавливает цвет, мне кажется, волокон. Также хорошо вымывается из ткани, соответственно, ткань в хорошем состоянии. Я еще стирала им даже свои шерстяные вещи, и вот они реально как новенькие. То есть нет вот этого, знаете, ощущения, когда на шерстяных вещах как будто бы остался, да, вот этот гель для стирки. Здесь такого нет. И вот как раз вместе с вами хочу постирать плед. На нем какие-то пятна появились. В общем, ну, у меня это нормальная история. Второй плед на самом деле чистый, просто я его хочу немножечко, ну, обновить, раз уж стираю пледики. И покажу вам попутно, что действительно удаляет пятна. Вот у меня пятно непонятного происхождения. Нужно совсем немного. Я даже не добавила кондиционер. Вот, решила тоже на пледиках таких пушистых проэкспериментировать на быстрой стирке. И посмотрите, все отстиралось, и плед мягкий, как будто бы я стирала его с кондиционером. Гель для стирки действительно очень классный, мягкий и приятно пахнет. Вот этот плед, кстати, ну, он такой синтетический, да, и он очень долго удерживает вот такой приятный, цветочный, ненавязчивый аромат. Очень советую, очень рекомендую вам. Я пользуюсь прям с огромным удовольствием. На самом деле, можно даже не добавлять кондиционер. Я стирала постельное белье вот этим средством, не добавила кондиционер, и постельное белье мягкое.
просто. Девочки, я от всей души вам советую. Ссылочку вам оставлю под этим видео. Так, и еще сегодня я хочу вам показать, у меня сад цветет, так прям вот, знаете, я прибралась в саду, единственное, что трава уже подвыросла, надо уже косить, но прибралась в саду, и так прям вот прям хочется туда ходить. Поэтому я покажу, у меня зацвела вишня, цветает уже черешня, скоро зацветет груша, начинают цвести яблони, начинают цвести сливы. И прям вообще, прям такая благодать, там еще пчелки жужжат, летают, просто супер. Сейчас вам покажу сад, и потом покажу вам, заходила в магазин «Глобус». Это мой стал любимый магазин, раньше я любила гулять по магазину «Фамилия», но как-то вот сейчас «Фамилию» вообще в последнее время не захожу. Хожу в «Глобус», но сейчас покупала, знаете, всякие там шортики, там, ну, всякую такую для своих мужчин, вот, чтобы вот здесь вот по участку бегать, да. Вот, и попутно там кое-что присматриваю себе, то одно, то второе. В общем, купила себе классное платье. Вначале покажу сад, потом платье. Хочу вам, девочки, немножко показать, пока тут ветра особого нет. Смотрите, эта вишня зацвела. Ну, красота же ж. Вот такая вот у нас вишня, черешня уже отцветает. Вон там маленькая тоже, там вот зацвела. Не знаю, будет в этом году у нас что-то или нет. Из черешни, ну, вроде бы, не знаю, девочки, непонятно пока, вот, ну, вишня просто красиво цветет, согласитесь. Хочу показать вам парник, что у меня тут посажено, на самом деле ничего пока особо интересного. Помидоры мои надо сегодня поливать обязательно, вот я их так рассадила, там даже зацвели. А с этой стороны у меня огурцы. Огурцы посеяла, но пока ничего не взошло. Я вот эти оставляю, потом по ним просто, ну, чтобы они вверх вились. Там трава уже вылезла, смотрите. Кошмар какой. Вот. И вот тоже помидорчики. А тут это, кстати, у меня, по-моему, укроп насеялся, вот этот маленький. С прошлого года. Не знаю. Оставляю. Ну да, это укроп, девочки, смотрите. Я его хочу оставить. Не стала его никак не убирать, ничего. Пусть живет. Вот Джуська по грядкам ходит мне. Ну-ка, давай. Вот. Тоже, видите, их зацвели уже. Это у меня черри. Сюда посадила длинненькие. Видите, уже зацветают помидорчики мои. Здесь вот тоже помидоры уже пошли. Сейчас полью их. Надо я их вот так вот за... Ну, вот эти нитки натянутые, да? Так вот делаю. Так что вот такое вот у меня количество помидорчиков. Очень даже неплохо получилось, согласитесь? Вот. Ну, здесь огурцы, а здесь что взойдет? Где-то, ну, я там по 2 семечки, где-то по 3 сажала. Что вот вылезет, так сказать, то и будет. Вот, сегодня у нас ветрено, на самом деле прохладно, но солнце сюда греет. Так что отлично. Вот. Ой, видите, какой ветер. Одуванчики уже трава вовсю. Надо все косить. Ветер, конечно, ужасный. Да, Джуси? Задувает. Раздувает беднягу. Тоже травы наросло. Ну, что, у меня муж будет косить на выходных. Сливы тоже. Вот это вот у нас очень вкусная слива. Тоже, видите, вовсю цветет. Красота. Вот. А здесь этот... Как его? Персик. Но он уже отцвел. Ой, не, это нектарины. Нектарины. Вон тоже вишня. Смотрите, как красиво. Слива. Я вам уже показывала, да, свой сад. Здесь уже отцвел, но в этом году, наверное, не будет у нас ничего. Да, вон, видите, уже отцвели цветочки. Не знаю, может и будет пару ягодок. Вот. Но вот эта вот вторая маленькая черешня, видите, у нее все-таки отсохла вот эта вот одна ветка. Здесь не пережила, надо будет срезать ее. И она чуть позже зацвела, чем вот эта большая черешня. Ну что, как-то не очень. Не знаю, посмотрим. Но это по листьям это черешня, не вишня. Вроде бы. Не знаю, посмотрим потом. Так что вот так. В саду, конечно, весной просто супер. А груша еще не зацвела. Но будет.
будет цвести, тоже очень радостно. Вот, так что вот такие вот у нас садово-огородные дела. Но делаю потихонечку, буду вам показывать. Сейчас вот сад прибранный, поэтому его в основном показываю. Ну, парничок тоже свой, тепличку. Так что птички поют хорошо. Если бы не ветер, вообще было бы тепло. Солнышко светит, супер. И давайте покажу магазин «Глобус». Купила себе очередное платье. Вот такое, за 599 рублей. Девочки, платье вообще огонь. Конечно, здесь есть... Это я тут видела. Ну вот, торчат немножко ниточки. Но я не знаю, для меня это вообще не проблема. Здесь регулируются лямочки. Я сейчас ставлю, покажу, как оно смотрится на мне. Но там я как бы на брюки мерила, лямочки не отрегулировала. В общем, чтобы оно нормально сидело, мне платьице очень понравилось. И вот я примерочно меряю это платье. У меня там брюки одеты, точнее, мои джинсы. В общем, я тут такая вся растрепанная, что-то очень серьезное почему-то, я не знаю. Ну, бывает, девочки, на самом деле мерила там несколько вещей, вот, но платье очень классно, классной длины, прикрывает коленочку немножко, ну, чуть выше колена он, вот, на резиночке можно какой-то поясок сюда, можно вообще с этим платьем играться по-всякому, можно перешить вот эту вот часть на груди, но нужно и белье другое. Здесь вот еще пришита вот эта часть, но мне кажется, немножко кривовато как-то пришита, хотя не знаю, но можно отпороть, я посмотрела. И если что, перешить где-то в другом месте, как вам удобнее. В общем, платье вообще супер, на мой взгляд. Длинненькое такое, к низу расширяется. Ну, вот здесь еще ниточки, да? Но за 599 рублей вообще огонь. Расцветка такая, мне очень нравится. С джинсовой, например, курточкой, с кидиками. Вообще супер. Я живу в Санкт-Петербурге, поэтому у нас лето бывает разное. Бывает очень жарко, бывает не очень. В общем, вот так вот. Платье... огонь. Мне как-то однажды писали на тему платья, что вы не можете себе позволить хорошее платье, а зачем? Ну вот я покупаю такие платьишки, и я и на участке в них похожу, и там, я не знаю, до магазина дойду и так далее, и ничего не вижу плохого в том, чтобы иметь такое платье. Я и за 300 рублей платье поношу, и за 3000, и, ну, не знаю. Мне очень нравится. В общем, я туда частенько захожу, покупаю там всякое и для мальчишек своих. Там кепки были по 300 рублей продавали. Пацанам своим прикольные всякие, знаете, такие молодежные кепки. Вот я набрала своим мальчишкам. Они с удовольствием походили в этих кепках. Ну, сейчас ходят и будут летом бегать. Просто обычные кепки, которые, я не знаю, у моих либо теряются, либо выгорают, либо что-то с ними происходит. И поэтому, не знаю, мне кажется, вообще... супер магазин. Я всем, если он у вас есть, магазин «Глобус», я просто советую туда заходить. Одежду для дома. Сейчас вот такие там платья, вот наподобие, знаете, вот такое платье-майки. Они там по 700 рублей продаются. Ну, такие прям плотные, трикотажные, классные для дома, например. Платья-футболки тоже по 800 или по 900 рублей. И длинные, и короткие, и какой хотите вам длины, какой хотите расцветки там продаются. Очень классно. Вот. Я даже не знаю, что мне там не нравится. Мне кажется, мне там нравится все. Единственное, что всякого текстиля для дома там достаточно мало. Такой маленький закуточек, мне там ничего не приглянулось. А так супер. Какие-нибудь резиновые сапоги, галоши, шлепки на дачу. Продаются шляпы, кепки. Ну, в общем, супер. Я люблю этот магазин, он мне очень нравится. Вот. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Получается у меня такое небольшое видео, но надеюсь, что оно вам понравилось, было полезным, интересным. Ссылочку я вам оставила внизу под этим видео, так что приходите, смотрите. Всех люблю, целую, до новых встреч!